реконструкция, она позволит расширить и ту функцию, которая сегодня есть, да, расширить количество кружков, количество объединений, но в том числе еще предоставить возможность для того, чтобы люди могли свободно общаться. То есть запрос у горожан на площадку для общения. Для общения. Поэтому коворкинги, выставочные пространства, для того, чтобы ты мог прийти со своим проектом, со своей инициативой. Задача перед командой стояла простая – переосмыслить старую концепцию с учетом новых тенденций. Пусть «Октябрь» и известен как культурно-досуговый центр, у рязанцев уже закрепилось словосочетание «кинотеатр «Октябрь». Потому архитекторы, которые над проектом работали, эту важную часть тоже сохранили. Ведь «Октябрь» – одно из немногих оставшихся в России мест, которое может показывать фильмы на пленку. Опцию эту обещают сохранить. Здание кинотеатра является ярким примером советского модернизма. И примечательно то, что данной концепции сохраняется архитектурный облик здания с учетом современных строительных материалов. Стоит отметить, что продемонстрирован хороший пример приспособления с созданием новой современной молодежной функции и нового формата. О реконструкции «Октября» заговорили в начале этого года, после поручения губернатора Рязанской области Павла Малкова. Концепция заинтересовала команду «Архитекторы РФ». Это ребята из разных городов, которые честно признались, что их впечатлило здание советской эпохи. Они провели большой опрос горожан. В нем приняло участие около 2000 человек. И, надо сказать, больше практически половина от участников этого опроса – это как раз-таки стейкхолдеры. Основные стейкхолдеры – это жители Октябрьского района. И если вы посмотрите на диаграмму, то результатом опроса стало то, что горожане, 85%, подавляющее число горожан, они предпочитают приводить свой досуг с семьей. Тезис этот лег в основу всей концепции. Команда выявила те блоки, которые интересны горожанам. Кинотеатр, площадка для воркшопа, коворкинга, в общем, появится настоящий культурно-досуговый центр. Кстати, речь идет не только о реставрации «Октября». Территорию вокруг тоже обещают сделать частью досуга. Уже принято решение сделать открытые пространства для прогулок и общения, то есть самый настоящий парк. Разрабатывать проектно-сметную документацию будут весь следующий год. На проект потратят 10 миллионов рублей, а заявку подадут после принятия городского бюджета.